Здорово, ребятки, как всегда с вами снова Гриф. И да, вы попали на топ-5 видеокарт прошлого, которые тянут игры и по сей день. Причем на ультрах, и если повезет, может даже в 2К. Итак, пятое место занимает GTX 460. GTX 460. Воистину мощная карта за свою стоимость. На барахолке такую найти можно примерно за 35-40 баксов. А на деле же она стоила в 4 раза больше. Поэтому GTX 460 это самое лучшее решение для бюджетного геймера. Кстати, на 2-гигабайтных версиях вы сможете поиграть в такие игры, как Dota 2, GTA 5, Ведьмак 3, Forza Horizon 3, 4. И это еще не все игры, которые вы сможете запустить на данной видеокарте. На четвертом месте у нас разместилась GTX 550 Ti. О да, GTX 550 Ti это именно та карта, которая сможет потянуть Crysis 3 на средне-высоких настройках, GTA 5 на средне-высоких настройках, если конечно там будет 2 гигабайта видеопамяти, потому что у нее шина 192 бита, представьте себе, у 1060 тоже такая шина, так что это очень хороший бюджетный аналог 1060. На третьем месте у нас разместилась, угадайте какая карта, GTX 770 на 4 гига видеопамяти. Да, GTX 770 это одна из самых мощных видеокарт 7-й линейки. И мне не стоит, наверное, говорить, что у нее буфер в 4 гига видеопамяти. Но, кстати, были и 2-гигабайтные версии. Они, кстати, не сильно отличаются по цене, так что будет выгоднее взять на 4 гига. И на этой карте вы сможете поиграть в Forza Horizon 3 на ультра настройках, Forza Horizon 4 на ультра настройках. Напоминаю, что разрешение вы сможете поставить Full HD. И еще куча-куча игр до Crysis 3, которые она сможет потянуть на высоких настройках Full HD. GTA-шку 5, даже с модами. Так что за свою стоимость, а именно от 2800 до 3200 гривен, это самая лучшая видеокарта в Украине. На втором месте у нас разместилась GTX 780 Ti на 3 гига видеопамяти, но зато 384 бита у нее шина. GTX 780 Ti. В принципе, про эту карту мне сказать нечего, потому что карта сама по себе и так мощная. Единственное, что я скажу, то что у нее частота памяти 7000 МГц, что равно 1050 или 1050 Ti. Частота видеоядра 1200 МГц и 384 бита шина, что равно 1080 Ti. И на первом месте разместилась карточка, подобная GTX 1060, на 6 гигов, которая тянет все игры и по сегодняшний день в 2К на ультра настройках. Итак, GTX Titan V на 6 гигабайт видеопамяти. Оу, да, GTX Titan V на 6 гигов видеопамяти. По-настоящему демонская видеокарта. Раньше, в 2013 году, использовалась для рендера 3D графики, работы в 3D Max'е, в видеомонтажных программах и тому подобное. Теперь же используется геймерами для игр, поскольку стоимость маленькая, а сама видеокарта очень мощная. Но для игр не рекомендую ее использовать, потому что она создавалась именно для профессиональных программ. Если тебе понравилось это видео, поддержи его лайком и подпишись на канал. Также не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А с тобой был, как всегда, Гриф, и всем бай-бай.